За 10 лет последних у нас совершено контракты с британскими компаниями на 105 миллионов долларов США. Большая часть, большая часть этих контрактов – это по секции торгов лесопродукции. Здесь вы видите общую структуру, общее наше направление работы. Но наибольшую популярность получает и наибольшую перспективу мы видим именно в области лесопродукции с британскими компаниями. Почему? Во-первых, это самая экспортоориентированная секция. За первые 5 месяцев 2018 года мы уже через биржу продано товаров деревообработки на 140 миллионов долларов США, более чем на 1,5 миллиона кубических метров. Экспорт идет почти в 30 стран. И что здесь самое примечательное, у нас из стран Прибалтики аккредитовано почти 1000 клиентов. Но, как показывает анализ рынка, статистика, данная продукция деревообработки, которая закупается прибалтийскими компаниями, она не остается в Прибалтике, а перепродается.